Минутой молчания почтили память американского сенатора. И в Украине во время встречи с военным и в Авдеевке президент Петр Порошенко выразил свои соболезнования. Также глава государства отметил важную роль Маккейна в защите нашей страны на международной арене и вспомнил визит сенатора на Донбасс. За 10 километров, когда мы подъезжали до Широкина, моя служба безопасности президента сказала, что по месту, где мы должны пойти, на месте расположения морских пехотинцев, ворог открыл артиллерийский огонь. Я сказал Джону, слушай, ты американский сенатор, и тебе не обязательно там быть. Я, как президент, должен быть своими воинами. И это первый раз, когда Джон образился на меня. Он все свое життя после этого присвячивал именно для того, чтобы защитить Украину и украинцев.